Кудай? Бля, Реал, лапка. Как-то, блядь, на 66 вдыхнула дракониха. Я не прожался, я говорю, мне ж подлагало, но я перед этим еще на пол хп был. Да, потому что нихера так не. Суета. Он написал минуту. Написал минуту. Ребят, поставьте джимса, я реги куплю. Типа у меня там и было и айсбаунд, и эти войска нахуй, подкаст можно было нажать. И кровь у меня была, блядь. И компас нахуй был. Просто, блядь, проебался. Подлагало. Получается, да. Проиграл и залагал, да. Да хуйня, мы когда били, блядь, один раз, я по архиву тебя третий был, чтобы ты понимал, когда я МТС. Вот это пиздец, нахуй. Так что лучше, блядь, эскейп нажимать. Да я под каждое дыхание скейп нажимаешь, говорю, подлагало, блядь, из-за этого не нажал. Не-не-не, я вару говорю. Они не хилят вообще просто. Слово совсем. Сын анархии. Все, поехали. Так не сравнивай хилов первого рейда и второго. Вообще, типа, первый рейд не сравнивай. Когда тогда ты ходил с ним. Это не забываю, что кроме вас миликов, еще и РДД зона, которая тоже сдыхает быстрее вас. Но я не то что говорю просто про хилов. А там по шмоту, во-первых, лучше одеты. И там есть друид, блядь, который много импакта на синдре делает на самом деле. Да вообще в целка, по сути, РДРу. Самый охуенный хил. Ну когда-то вы в 3 хила научитесь синдре. Бежали быстрее. Метки сейчас красиво уносим перед ним. Жори, Слилин, Зао, Ванисела, Кридерс, вынесли метки быстрее. Сейчас уже буду снимать за всю хуйню. По центру падает. По крайним склепам РДД. Милики, блядь, центральный не надо хуярить, перейдите, он слева падает. Переходите на другой какой-нибудь, там он слева целый склеп, например. Ясно, блядь. Слева падает близко, почти по центру. Больше урона по склепам, левый вообще никто не дамажит. Там правый 15%. Слева падает осталось. Почти по центру. Элион, дай бэр, разбили склепы быстрее. Закидываю, закинул. Лапу, каску, дайте локу. Жу, скорее всего, батя, Зао, Авель, монах, освобожденка. Лока ребахните. Ближе к боссу, скоро притяжка будет. Все, кроме каски, ну вот. Притяжка бежали на лужу. Суета Элион, скорее всего, батя спейс его не сел. Освобожденка. С Веридом, скорее всего, колесо на Грандмастера вынесало, Кридерс вынесли метки быстрее. Кридерс Окей, нормально, молодцы, разобрались. Слева падает, спрятались быстрее. Быстрее спрятались, правее чуть дали склеп. По крайним РДД играем, не спим нахуй. По центру чуть левее. Правый склеп никто не бьет. По центру опять чуть левее. Последняя. Слева далеко. Похуй, можно ловить, обычки не дамажит.
Жу, Эллен, Батя, Спейси, Раджам, Монах, освобожден. И, ребят, вы носите ровно в крест, в склеп. И не левее, потому что, блядь, дыханием заденет. Притяжка скоро будет ближе к боссу. Бежали. Охуенно. Подъебало кинуло кого-то. Блять. Бля, у меня бред какой-то вообще лагануло на секунду. Сука. Там за нас двигаться. Подкинуло еще раз в середине. Подвигаться вообще не мог. А, только что получилось. Так. Либо нас хвостом просто шлепнуло. В один фрейм сбегите, звезду все. Звезду сбегите. Я не знаю, а есть канал со скринами ДПС у вас или нет? Наверное, нет. Зачем тебе со скринами ДПС? А просто интересно спрашивают, типа сотки или вы скрините и вообще зарыть. Не, просто много где есть, понял? Типа, что от него толку, если все время пати меняется частично? Да, у Майкла, можете резко отсюда, когда был еще не слез? Ну, там же стоит, почините пока все. ДПС-то тут хватает, нахуй. Я уже, блять, в обычке, нахуй, тестится ДПС каким макаром. Убивается Лунатель, ДПС-а, значит, хватает на всех остальных боссов. Так было всегда. Да нерф этот, сурок был показатель. Да нерфа, да, сурок. Убивает сурок, убивает все остальное. Это да, это правда. Хули, 127 миллионов, блядь, долбоёбы сделали, блядь. Ну, так было приятно, когда экзекутка просто хуяк по пол хп с каждой метки. Угу, а по магам фул хп, блядь, это было такое. Не, ну 70% с ним. Подвинь, пожалуйста. Сланы еще час. Перчина полма. Лапка есть, в принципе. Так, секунду. Лапка. Лапки, да, я ж не умирал, блядь. Фул баф дайте. Я тут. Еще раз арчину пула. Ебать, маг энергичный, да. Майклав, Тау. Я тут у тебя просто Майклав. Чесал нос. Все, поехали. Соберитесь, ну. Тут ничего сложного нет. Все, что вам нужно, слушать. Как в кикбоксере, да? Блять, блять, за освобожденкой обморожение. Все, нахуй. Больше нихуя вам не надо делать. Почти. Раджам сын анархии или он, скорее всего, жил спайси, собственно. Лагает, блять. ФП проседать начал, целка чуть сильно. Что-то опять не сделаем. Пидоры, блять. Притяжка сейчас будет.
излетка сразу, походу. Убежали быстрее. Безжалостная жуба, тебя Space Creeders вынесли метки быстрее. Угу. Тут метки научились выносить. Справа падать, спрятались быстрее, чуть левее от склепа. Дальний склеп, как крайне играем в РДД. Не спим. По центру ровно падает. Перешли в центр, прям до склепа спрятались. Справа падает, чуть левее. Последняя по центру, чуть почти право. Разбились склеп. Суета, сын анархии, Спейси, Войд, Кридерс. Освобождение. Ближе к боссу, скоро притяжка. Блять, раньше времени далось. На лейсбаунд нету лужи еще, куда? Под конец вам. Освобожденка там. Монах, Раджам, Ванисела, Жуз, Пейси, Микла. О, нихуя себе, 64%. Дамажит больше начали. 63% даже, блядь. Милфхант, Реслина, Авель, Майклав, Кридерс вынесли склеп. Авель, сдвинься. Угу. Милфхант в трусы. Сука. Блядь, господи, ебать вы нахуй. Ты воблинский прыжок себе подвел. Ёбнуть нахуй по голове чем-нибудь нахуй тяжелым. Эллен, впереди. Спейси, блядь, в чем проблема? Нахуй ты ловишь бомбу? Слева панель. Дашь БР по Павелю потом. Через 8 секунд. Монах мне ничего, скорее всего, батя Спейси зал освобожден. Ближе к боссу скоро притяжка будет. Рибаф или мага. Отбежали быстрее. Дальше бьем. Монаху, Ничелла, Авель, Эллен, Спейси, Войд, освобожден. Красиво сейчас метки вносит. Монах, Суета, Рейдж, безжалостное колесо, быстрее. Все, молодцы. Спрятались быстрее, слева близко очень падает. Быстрее, быстрее, быстрее спрятались. По крайним левым сыграли РДД, ну по крайним точнее. Лево, право, слева падает опять. Правый склеп дальний никто не бьет. Слева падает опять, чуть-чуть перешли. Правее. Спейси, блядь, кошно. Слева близко очень падает, спрятались быстрее, перешли. Разбили все склепы. Склепы разбили быстрее. Да, был бы ЭДД, я бы уже задохнулся. Манчел, Суета, скорее всего, жу, Спейси, Войд. Ближе к боссу может быть притяжка. А может и без, хуй его знает. Не успею. Ну, может перетянуть прямо на фазе.
Такое тоже практиковалось на Сирусе. Вся фаза началась. Первая метка в крест. От креста сразу отходим. Кто будет туда носить? Ровно в крест выносит. Сын анархии в крест. Прохилова на вход. Да, после первой... Великий склеп разбили, РДД босс убьем. Маги скидывайте стаки тоже по склепу играть. После второй хлыбы меняю. Да можешь сейчас поменять. Ты сбросил. Маничелла в печеньку. Отошли все от печеньки, отошли все от печеньки, будем прятаться. Отошли быстрее! Ну блять, ну. Боссу подойдите ближе, сейчас притяжка будет. Побежали быстрее. Побежали. Дал избаун. Склеп, печеньку, куда ты побежал, блять? Кто там? Сука, уебище, блядь, тупое, нахуй. Безмозглое, сука, создание. Ты в ДБМа вообще играешь, нахуй, или нет, блядь? Он, по-моему, еще... у вас есть такое понятие? ДБМ, нахуй. Там на пол ебало, на пол экрана в центре пишет черным по белому, нахуй, ебать. Без ДБМ, а схелочка над головой блымает. Там еще когда, по-моему, притягивало к боссу, уже челик с этой синей стрелочкой был на голову. Он до притяжки кинул даже за секунду. Да. Так что мы... Она упала как раз, и взрыв был одновременно. Он бы сдох все равно там. Она проминусовательна. Слышишь, суета, у тебя когда освобожденка, ты можешь тучи ловить, я понял? Стакаешь похуй до талого, и потом на последней секунде просто тучу жмешь и... хуячишь. Да, что-то ты мало дымажишь. Да? Резать тебе стрел. Блять, соберитесь, сделайте, пожалуйста, то, что от вас требуется. Наверное, будем давать сейф какие-то зубы на вторую, какую-то там сокруглить, условно. И на стаке сбрасываем, напрячемся. Чтоб такой хуйни не было, блять. По подозрительным таргетам. По всем РДД, наверное. Хантам тоже. Милишник. Когда они все время стаки сбрасывают. Фулбам дали быстрее. Ну в обмен давайте, не спрашивайте. Кто каждый спросит. Анисава умер, блять, потому что нахуй. Наверное, освобожденка была или стаков много. И в плюс клеп. Подожди, даже глянули. Чё, блять, как он умер? Ледяная аура. 27 тысяч. Хуя себе, ну реально склеп 27к въебал. Тут до хуя, блять. Может, ДЦ не успел там еще спасть, когда еще шутка. Проговорите ещё пошли. Раз. Вы, Кирилл, как ты им объяснил, за каждым склепом скидывать стаки таинственной энергии или нет? Или через раз? Не, РДД, РДД бьет босса, а не через раз. Миликин за каждым скидывает. Типа это 100%. Просто будем давать на каждый второй склеп какую-то каплю там, блядь. Есть маунт или еще что-то. Сокру. Плюс шилд. Желательно, чтоб висел этого человека. Угу. Нажал череду, как тебе? Нормально? Недорог. Что смешно. На будущее нахуй. Череда на этом боссе вообще не жмется, нахуй. Ты играешь без нее, нахуй. У нас БР КД еще. Вот ты просто с пулоном сделал минус один. Либо жмется после дыхания, но там может хвостом и скинуть. Короче, в пизду даже не хочу, падайте нахуй. Сейчас в точку сбегите, здесь. Встаньте все в одну точку. Сразу. Идите, курите, нахуй. Я не знаю, пистол нахуй.
Сейчас, блядь, снимать больше буду с следующего пола. Сразу предупреждаю. Да, тяжеловато там на по пол хп отрывать. Мне кажется, надо за каждым скидывать, нахуй, да потихоньку убить, блядь. Проще будет. Нет. Еще раз нет. Мы не убьем, так уже я пробовал. Угу. Упремся в берсу. Тут же в этом во втором рейде пробовал. В первом? Когда все за всеми склепами скидываем, там волохня полная получается. Не хватает ДПС. Потому что нету дэмэджа по боссу вообще. Ну, в первом, может, сейчас и хватает, хуй знает, это еще до нерфа, блядь, когда били. Ну, сейчас у него вроде поменьше хп. Туда тут ДПС не все. Так, шеи. По меткости снимаю. Плюс кольцо. Да, спасибо, именно так. Сейчас будем еще. Сколько у нее там лямов, не запомнил, никто хп его собирает. 58. Сейчас посчитаем. Так, 177 ДПС. Да ты смысл, что ты считаешь? На второй фазе я тебе конкретно говорю про вторую. Вот я хочу посчитать, сколько это. Бля. За сколько времени типа я убьем? С 30%. С 35%. Я не могу сейчас говорить, я занят. Перекор поставил, все заканчивается, и потом сразу иду гулять. Ой, да там просто на второй фазе суета начинается, и люди некоторые теряются, и ДПС становится меньше, и все. ДПС в любом случае меньше. Там освобожденки нельзя столько набирать. Много. Говорю, 3 стака РДД максимум. То же самое с миличниками, 3 обморожения максимум. Ну, если типа никто не умрет, то можно за каждый... Скажи день... мне, Сванчик, а ты всю абсолютную пыль спиздил. Вторую еще и клон. Там сколько до берсы остается? Минуты 3, по-моему, да? Когда третья звездка насадится. Да, ты не посчитаешь, ты понимаешь, что, ну, может на топ ДПСера кинуть глыбу, может на трех топ демагеров из РДД кинуть освобожденку, а не... Там, вот, ну, это зависит от того, сколько минут остается, когда она после третьей взлетки садится. Доберется. Ну, я посчитал, типа, со 170 надо 2 минуты, чтобы убить босса. Если ДПС, допустим, снизить до 120. До 6 глыб. Дайте сумму, помню. Да больше 6, блядь. Никаких нахуй 6 глыб, блядь. Там ты что прикалываешься, там, блядь, глыб 18, потом только гера и бьем босс. А, ну я знаю, на обычном личе я говорю, как, понял, я тут хуй знаю. Тут я еще не считал. Ну а так 6 глыб и гера. В хэме даже. И то за 4 иногда хуярится, когда все бисовые уже плюс минус. Суета, да, интересно, чем он там лежит. Да уж несколько раз срываю.
Давайте, блядь, прекращаем ебланить как-то, блядь, давайте смотреть внимательно, блядь, убить этого босса ебаного, он просто пиздец. Да, блядь, да, я же говорю, тут ДПС хватает. Не хватает мозгов. Я все озвучиваю, вы не можете этого сделать. Если вы, блядь, что сделаете нахуй, тот босс сразу умрет, нахуй. И так же отлично умрет потом. Вы просто сами нахуй не хотите. Ну, не все, а конкретно некоторые люди, ну, которые хуйней занимаются. Сколько есть времени? Фулбах быстрее, короче, на фулбах. Крик на хп не забавляет, не забывайте обновлять, тоже важно. Вот, поехали. А, тут у нас один вар точно. Я забыл уже. Приготовили, сейчас притяжка скоро будет. Беги, малыш! Вот, бежали, он нужен. Батя, скорее всего, Раджам, Дангромастер, спейси, внесли мир. Спейси звезда, спейси звезда. По центру падает. Аккуратно. По крайним склепам ордена. Слева падает. Чуть-чуть перешли. Влево, нет, который освобожденки. Второй. Справа, далеко, аккуратно. Последний по центру, чуть правее. Разбили все склепы быстро. Закинул. Батя, скорее всего, воет монах, суета и спейси освобожден. Суета. Тоже, блять, я вот смотрю, даже по дыханию она как-то ненормально бьет, слишком дохуя. Без таков, сколько, 50 тысяч нахуй снимает. Это что-то mm-hmm. очень много. Ну, тут опнут. Ну, если я ничего не жму. Сейчас притяжка будет ближе к вас. Бежали, лучше там. Босс убил. Монах, Майклав, суета, Авель, спейси, вынесли метки быстрее. Трусы, суета. Спрятались по центру, падает чуть правее. РДД по крайней. Слева. Справа. Стопните по правому склепу. Сейчас разобьете его. Который ближе. По центру падает. Все, разбили все склеп. Батя, скорее всего, воет суета сын анархии. Бах, нахуй, полетели, блядь, недалекие. Хоть обморожение скинули. Единственный плюс.
Отбежали быстрее. Маничелла, Зао, Суетас, Анархия, Спейсик, Ридер, Свобожденка. Что-то демеджа у вас в разы стало больше. Переводили 48 первые разы, уже 42, но... Перестали бояться. Ванишелла, Зао бежала с Навель, Суете вынесли метки быстрее. Суете, сдвинься. Блять, ну нахуя ты туда понес? Ну они, блять, зажали, они заранее. Все тихо, блять. Быстрее перешли, нахуй. Ты сейчас, блять, просто поубиваешь, нахуй, людей, которые тупые, не понимают еще, нахуй. Справа падает. Потому что центр пустой, нахуй. Они привыкли там прятаться, блять. Справа падает. Справа склеп, самый дальний, больше. Справа близко падает, перешли, спрятались быстрее. Разбили склепы, склепы разбили. Зря зеленку нажала. Батя, скорее всего, Раджам, Монах, Спейсик, Ридер, Освобожденка. Много не набираете, сейчас вторая фаза будет. Три стака, не больше. Колесо, крест. Отошли от креста. Милики разбили склеп быстрее. Маги тоже помогают. Остальные роды до босса бьют. Центр расскались. Расскались, отошли от него. Отошли от печеньки. Ну, Дангармастер, блядь. Сука. Прячемся за склеп, ждем, сейчас притяжка будет. Сейчас поменяются сразу. Ждем, ждем, не разбиваем склеп. Отошли дальше от склепа, сын анархии. Выйди с рейда. Все, я забрал. Прохил меня. Также милики склеп и РДД босс. Следует войд в крест. Да, и шилдик по нему. В печеньку точнее. Отошли от печеньки, блять. Забыл нахуй. Скидывайте стаки, скидывайте все стаки. Стаки все скидывайте. Безжалостный прохил. Блять, ну... Ой, сука. Ну, блять, ну и уёбки нахуй, ебаные, ну. Суете в крест. Дам айсбаунд. Угу. Сука же, блять, ну два хулипала, одного в склеп взяли, сын анархии, что ты должен делать, нахуй? Хилить танка, блять, твое единственное задание, хилить ебаного танка, блять. Спрятались все за склеп быстрее, за склеп все спрятались. Дай БР побежал с Нейлем. Отошли дальше от склепа. Нет БРа. Разбили склеп. В смысле нет БР? Ну не дали. Прохил меня. Блядь, сейчас умру нахуй. Ребафните ДК быстрее. Разбили все склеп. Склеп разбили этот быстрее. Похильте, пожалуйста. В печеньку кинкай. Отошли от печеньки. Сбрасываем стаки. Быстрее. Сбрасываем все стаки. Разбили склеп этот. В крест следующий. Зао в крест. Прохил его. Сейчас две секундочки сбрасываю. Сейчас все... Сейчас склеп в центр, в печеньку. Суете в печеньку. Отошли все, прячемся за склеп. Будет притяжка. Спрятались. Не разбиваем пока склеп, подбиваем по чуть-чуть, не разбиваем, освобожденка аккуратно. Отошли дальше от склепа, может задеть. Безжалостный прохил, прожмись. Все, разбили склеп, скорее всего в сторону склеп. Разбили быстрее склеп и все по боссу поехали. Геру дали фулл ДПС по боссу, забили хуй на освобожденку, дамажим просто.
Я забрал кашу. Нету склепа. Дамажим. Склеп в сторону просто выносите с рейда. Да похуй на склеп, я говорю, батя, вынеси в сторону. Забили хуй на освобожденку, дамажим просто босса. Еще раз говорю. Дал избаунд. Ой, нажми бабл с экрана, если есть. Вообще с экрана дайте. Нет. Продлеваю избаунд. Суета, выйди с рейда, подальше. Продлевай, да. Если ты под дыхание нужно. Дамажьте. Больше ДПС. Да я ключ, у меня зеленка есть, у меня еще бурдлаки есть. Эллен, выйди с рейда. Аллилуйя, нахуй. Вообще на коляске, нахуй. Тебе выпал, да ну нахуй, блядь. Еще и Далек, нахуй. О, токены. Подскажите, что тут. Там, если что, хватает за каждым склепом спрятаться и убить. Ну, типа, полегче намного будет. Пойду хольшу скину. В плане вот такой залупы с хп не будет. А что скидывать, блядь? Я тоже плачу, нахуй, то, что ты БЛ выпал. Ты сейчас поплачешь уже, а он потом... Ну, погнали, вещь, самое интересное. ДС выпал. Слышишь? ДС выпал. Слышишь, паладин? ДС выпал. 6.74, хуй хилил кто? 6.74, на. Италик выпал. Ну, знаешь, как мне было весело, у меня все освобожденки просто начинают вторая фаза. Все мои, блять. А ты сколько набирал максимум на шамане освобожденки? Здесь? Да максимум 3. Потому что это не мой шаман, здесь хп слишком мало. А второй фазе. На первой можно 4 набрать спокойно. Я, короче, 11 набирал на второй. Ну там типа хлопают. Ну, хп вроде меньше половины остается, но все равно опасно. Если бы это мой шаман с волонером, мне бы было похуй, я бы набрал больше, типа я сейвился. Я так сейвился каждый раз и сейвил глыбу. Спейси будет демоном во втором рейте, блять. Теперь все время пускай учится, пускай делает. Типа душевный демон это неплохо или что? Бля, бай, может я заберу нахуй. Талик на фаера, да. Талик на танк. Талик это, блядь, короче, фаеры, дестрики, нахуй. На анхоле танк забирает. СПД будет шапать купол, ебать. Сука, только на... не знаю. На ПВП, блядь. Батя, ты не принимал разве КД? Сколько я вчера давал, я не помню. Да, 9 боссов. 2500, по-моему. 1800, нет, это задержка, его не было. 1800. 1250, нет, 1250, кажется, давал. Не, по 200. Тоже можно, но чисто тоже КД принял. Я тоже КД принял, кстати, я не знал, что такая хуйня есть. Типа... Кто КД принял? Ты безжалостно, ты сначала рейда ходил, не пизди. Нет, это не я, это не я, это не мне. Войт принял. Блять, точно нахуй, я уже, блять, вас путаю, нахуй. Наебать думал, хотел меня. Войт, у тебя и так ЕП много, тебе наоборот снимать надо. Да нахуй. не надо, я А кто там по СПД фласкам базируется? Все СПД тоже. Фласки замом базируются, АП фласки мне. Еще раз, ник СПД фласк. Шаман стоит. Звезду поставил. Кому надо АП фласка, мне обмен давайте. Это Элиону еще можно начислить, Бен? Сейчас начислю. Подожди, фласки. Надо лут еще с Лани разролить. 25 минут осталось. И с Вальки, наверное, тоже сразу. А дайте присту ЕП тоже, и присту ЕП тоже. Сейчас дам. Я вот на этом боссе аж выдыхаю, нахуй, на лече. Настолько проще синдры, блядь. Как и в Хэме, в принципе, на, когда ДПС есть. Слушай, в Хэме, мне кажется, он пожестче будет. Не, в Хэме сложно, там и комната. Да, ну нахуй, ничем он не сложный. Ну, типа, и хватает ДПС, и хилы нормально заряженные, блядь. Он становится супер простой. Это там, да. А когда мы придем туда с притык ДПС, нахуй, мы там охуеть. Тех же валик разбивать, нахуй, сколько раз, блядь.
А что там разбивать? Тотемы, шаманы ставят. Блин, пауэр, гнев дают, кстати, они все лаушкам заливаются. Ты заметил, как они в обычке медленно летят? Как будто пиздец. Так, короче, поехали, токи. Разбойник ДК Макдруид. Настя, спам ДС ищи. Может, еще с леща выпадет. Хуй его знает. 4 штуки точно надо. Слышь, Настя? Ищи ДС, я говорю, спам ищи. Может, с леща выпадет, 4 штуки надо будет. Кинкей 2-1. СВТ 2-1. Покупай по 40, хуй его знает. Блять, что делать, нахуй. Блять. Кто-то сегодня вообще писал, там купли за 20 с чем-то, блять. Так они и на следующем КД, типа, их довезут ДС, нет? Не знаю. На, к следующей неделе надо, чтобы КВС был. Влажная история, суета. Еще один так, токен такой же. Снимать некому, не понимаю, сука. Ну да. Ну идите все в сам. ЦЛК после второго рейда. Второй рейд вам что-то выбьет ДС. Потом уже квесты делать. Так а что, блять, вон, за весь рейд нахуй со второго выпало 3 ДС. Ну, что? А в первом ну, один, вроде бы. Покупай. И еще 2 надо будет найти, либо 3. Это 80, да? Да, покупай. Похуй. Кинжал надо кому-нибудь? А, блядь, еще посох скипнул, сейчас. Там Витя спрашивает, магом 240 можно, нет, будет зайти. Аркан пока что. Ну это все к Насте. Там могу просто сразу же, понятно. Он говорит, либо мой рога может попробовать ворваться. Сколько я второй токен ушел? Кинкейт 3К, да? А я никому не снял. Суете 2,7. Майклав 10. Кин, так. Суете. Блять. И 3К кинкей. Блять, как этот аддон вырубает, это пиздец просто. Ну, чё-то... За это хуйня надо кому-нибудь? Ну, а, блин, себе еще 10-ку за шею. Майклав. И... Кто там забрал? А, и Рога Данганмастер, или кто забрал, не помню уже. Угу. Кинжал. Есть. Всё, окей. Не, тут ловушек нету. Феба, но для тебя они есть, нахуй, поэтому остерегайся. Давай, либо я снимаю на крыстую. Сделай красиво и эпично. Так, короче, первая фаза, объясняю. Стоимся РДД в печеньке, милики в трусах. Безжалостно, испикайся в ДД, нахуй. Я сейчас в одного, нахуй, потанчу эту хуйню. Циркарей, думаешь, завешать? Да, будем в одной метке бить, нахуй. Пизду, станете все в один фрейм просто, нахуй. Вот станете все в печеньке, нахуй, и будете стоять. Нахуй. Никаких зауешек, циркарей. Просто чума диспелится в рейде, и все, нахуй. Юля, ты подиспелишь? Справишься? Не знаю, Войт там помогает, что ли. Короче, первая фаза, блядь. Стоим все в одном фрейме, нахуй, бьем босса, блядь. Ничего сложного. Все понятно, вроде все заебись. Дальше. Переходная фаза. Переходим все сюда, вот на мне печенька стоит. Появляются гневные духи. По сферкам играете два ханта, которые будут лететь от босса. Гневным духом подъебал, не подходим.
Диспельте меня, самое главное, на гневных в сайленсе. И смотрите за гроблей, чтобы не сорвалось шуфарит, эта хуйня не задула. Убиваем гневных духов. Потом переходим. Сверки главное убивайте, чтобы никто в сверку не зашел. Вон, где фордринг стоит, прямо сюда в центр становимся. Становимся все в один фрейм, кроме локов. Локи можете порталы там оставить сзади. И... Короче, порталы можете оставить.